Семья из трех человек погибла при пожаре в городе Булаево Северо-Казахстанской области. Возгорание произошло сегодня рано утром. По прибытию спасателей деревянный дом площадью 90 квадратных метров уже полыхал открытым пламенем. Во время тушения взорвался находящийся в доме газовый баллон. Стены и кровля постройки разрушились. Из завалов удалось извлечь тела супругов и их трехлетнего ребенка. По словам соседей, с семьей проживала сестра хозяйки дома. Ее поиски продолжаются. Пожар локализовали за 2 часа, но пламя полностью уничтожило дом. Причина пожара устанавливается. Отмечу, что с начала года в области произошло уже 96 пожаров. Погибли в огне 14 человек. Действительно, мы наблюдаем рост непосредственно в жилом секторе. Но это дома старой постройки, вот, где есть износ свойств электропроводки, печного отопления. Ну и где-то, конечно, элементарное несоблюдение правил пожарной безопасности в быту. У нас наблюдается также и рост погибших,